Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Данное видео будет говориться о том, что делать, если вам осталось набрать всего лишь небольшое количество вот песка. Вот я всегда так делаю, чтобы у меня оставалось немножко песка, немножко золота. Что сделать, чтобы набрать все вместе? Или что набирать? Либо сейчас золото, либо песок. Давайте посмотрим, что я буду делать. Да, и хотел сказать, в случае атаки на ваш город и забирания песка, ставьте лучше что-то другое. Потому что время вам не позволит на что-то другое накопить. Лучше поставить, что есть возможность. Например, я поставлю шпиль, если на меня атакуют. Давайте посмотрим. Мое мнение, лучше найти песок. Если найдем мы и золото, и песок, будет вообще шикарно. 84. Я на этого уже нападал, есть видео. У него тут дырочка была. И оно, может, еще есть? Нету. Так, еще раз. Так. И желательно это делать очень быстро. Но лучше, конечно, набирайте песок. Золото можно еще нацарапать. А вот с песком проблемы. Сейчас посмотрим, что у меня получится. Успею я или не успею? Я буду делать по своей схеме. Я нажал перед этим. Ой, ё-моё, сколько песка на арене. А, и в минус пошел сразу. А ну-ка. Вот видите, я специально нажал, чтобы было показано, если дырки здесь в городе, мы его пропустим. Что-то песочка многовато ночью. Но также смотрим, если где-то найдем рядом золотишко, конечно, урвем золото, чтобы остался только песок. Золото. Далековато. Сейчас, может, найдем где-то дырочку. Дырочку. Так, 2 миллиона. И все, нету, чисто забито все. А мы сюда сможем добраться вообще? 58. Жалко гоблинов тратить. Можно было бы здесь сбить эту пушку. И запустить сюда гоблинов по прямой. Но мало. Было бы у него 100 тысяч, я бы напал бы. Так, а вот на этот, наверное, я нападу. Мы собьем тут пушку. Этот зиккурат мы не будем трогать. А вообще, давайте мы попробуем сделать по-другому. Вот так запустим. Это идет сразу на атаку. Сейчас посмотрим, дойдет она. Не успела. Жаль. Так, ну что. И будем пробивать вот здесь. Чтобы достать до карьера. И здесь. Этот зиккурат не такой сильный. Так что мы постараемся. Опа, а нету у него тут ничего. А я ошибся. Здесь больше забита казна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно.
мы сможем немножко урвать все равно. Мне надо дойти до карьера. Ну и, конечно, мы возьмем золото немножко. Если я ошибся, это моя вина. Я не заметил, что у него больше полказны. Так, и гоблины пойдут к шахтам, нет? Половина туда, половина туда. Так, ну в этом случае... Да, если я еще не угадаю. И гоблины все хотят туда идти. И не смог я добраться. Ну, в таком случае мы запускаем энта всех героев, потому что я не смогу добраться. Буду уничтожать. Потому что по-другому не добраться до шахты. Ну что вы, гоблины, делаете? У меня мало времени осталось. Я хочу шахту. Гоблины вот специально так делают. Ну, я упрямый. И всего лишь 6 тысяч было. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, я выбрал так. Так получилось. Так, ну в итоге мы взяли золото, а с песком у нас не получилось. Ну ничего. Надеюсь, что у меня времени хватит. Надеюсь, хватит времени. Так, итого... Мне осталось 85 и 670 золота. Но давайте мы соберем золото с шахт. Я всегда оставляю немножко золота на всякий пожарный. И вообще старайтесь, чтобы у вас в сундуке что-то было. У меня тут нету ничего. Я уже открывал вчера. Только братство можно. Старайтесь копить. Если вам не будет на что-то хватать, вы смело можете открыть и забрать. Вот как сейчас мне. Вот мне нужно немножко песка, а его нету. Так, итого 85-165. Значит, нужно нам набрать песок. Я так и думал, что сначала лучше брать песок. Хотел вам показать, что сначала нужно песок, но увидел золото. И в итоге в шахтах не было золота. Так, ну что, ладно тогда. 136 гоблинов. И нужно 85 песка. Ну давайте. Вот на такие шахты даже не нападайте. Здесь песка мало будет. Здесь один вариант. Либо найти шахту. Я говорю, это замануха. Не бейте ее. Здесь очень мало. Ну, может быть, 10 тысяч. В таких случаях ищите вот такие шахты, но не на таких городах, потому что он может сейчас сидеть и напасть на вас.
Ну, я это видео записываю ночью. Я всегда стараюсь напасть ночью, если есть время. Потому что днем не дадут. Да и днем и шахты пустые. Старайтесь делать это очень быстро. Старайтесь быстро перезагружать страницу. Но если вам не хватает 20-30 тысяч, есть и слабые города. Вот видите шахта, здесь 56 тысяч. Тоже я не буду нападать, потому что тут очень мало. Но если очень сильно горит и вам не хватает, например, 5 тысяч, ищите вот такие шахты и нападайте. Вот смотрите, вот у меня 176 гоблинов, и я думаю, что мы можем тут вполне с одной взять. Сделаем так. Не попал. И смотрите, чтобы гоблин не пошел куда ему не надо. Желательно сбивать вот такие. Мы ее попробуем сбить. Немножко, чтобы гоблин. И старайтесь направить вот на эту, чтобы гоблин пошел сразу налево. Налево к лифту. Чтобы шахт, он сразу пошел к хранилищу песка. Ну вот видите, что делает зараза. И пошел не туда, куда надо. И нам еще и не хватит. Ну, это, конечно, гоблин ты прогнал. Мне нужен песок. Мне нужен срочно песок. Делайте все возможное, чтобы гоблин. Если видите, у меня мало его очень. И вот что делать. Семьдесят восемь я урвал. И главное быстренько завершить. На героев уже наплевать. Главное вам быстро поставить. И вот так быстро кнопку нажимаете. Давай, вот специально делай так. Вот тормозить специально, чтобы я не успел. И быстренько вот так делайте. Раз. Все. Считайте, что вы избавились. Фух. Адреналин, конечно, работает на последнем моменте. Но я сейчас поправлюсь, потому что я увидел золото. И напал на шахты. Этого делать не надо. Когда у вас остается где-то около 100 тысяч, и вам не хватает 2 миллиона, выбирайте все-таки песок. Песок сложнее взять. Золото вы еще где-то найдете рядом шахты. И шахты возьмете. А вот с песком видели, как я мог бы и не успеть взять. А это время. Если бы я его не взял, мне пришлось бы опять сидеть набирать. Вернее, ждать, пока гоблин построится, а тут каждая минута дорога, и в этот момент могли прийти и вас ограбить. Так что старайтесь первым делом сразу атакуйте на песочницу. Ну, вы как видите, вполне гоблины справляются с такой задачей. Если бы я строил бы сейчас лучников, лучники дорого и по времени дорого, долго. Гоблины чуть быстрее, и видите, гоблины идут сразу на песок, на золото. Но, как видите, иногда гоблины тупят, так что помогайте героям. Это именно в последний бой, когда вам нужно добрать там немножко. Выпускайте всех героев, пусть они там срубят, что мешает. Ну, вот как мне вот мешало. Немножко крылатую подбил.
пушкаря подбил, еще кого-то. Но в итоге гоблин не пошел сюда, а пошел сразу к Писку. Но это, конечно, меня спасло, потому что гоблин иногда так хитрит, что он может пойти сюда специально или под пушку, а до этого не добраться. Старайтесь, чтобы у вас было чуть-чуть больше гоблинов, вот как у меня. У меня было чуть меньше, но старайтесь так, чтобы их было чуть побольше. Ну, так что так вот, друзья. Не знаю, у нас будет битва братств, не знаю, если под этим видео вы мне напишите, кому интересно посмотреть, как играть, как бить. Но я скажу, что у нас такие города, что там и пробивать я не смогу пробить даже. Но я вам смогу показать, какие у меня города попадаются. Именно в наше братство куда попадает. Если вы, конечно, захотите. Так. Так, это мы удаляем. Сейчас я еще немножко дорасскажу. Сейчас я уничтожу гоблинов. Я вот на такие города просто убиваю гоблинов. Для этого я делаю только ради того, чтобы поставить слонов на бой. 18. Ну ладно, я там уже доработаю, когда строятся гоблины. Так что так вот, друзья, кому будет интересно, я посмотрю, если видео там наберет определенное количество комментариев, я тогда сделаю про битву братств. Видео отдельное. Если не захотите, тогда я не буду делать. Так что так вот, друзья. Как видите, стройка идет нормально. Я филонил, я хотел построить забор. Меня намного не хватает. Он мне надоел. Я вот после улучшения 18 замка мог улучшить только до 13 уровня. Золота не было. Сейчас золото чуть-чуть добавили. И решил строить. Я поставил один амбарчик. Теперь второй. И мне еще нужно 4 штуки. Это я делаю для того, чтобы я мог уже улучшать все на предел. Потому что у меня лимит очень маленький. 107 миллионов нужно всего лишь. Ну не всего лишь, а много даже. 107. А у меня получается 99. А чтобы улучшить, мне не хватает улучшить казну. 97 миллионов. А у меня всего лишь 91. Так что придется мне улучшать почти все амбары. Так что так вот, друзья. Спокойно грабьте. И грабьте очень аккуратно, потому что, как сами видите, что очень тяжело добывать все это. И старайтесь лучше набрать сначала золото, а потом добирайте песок. Ну, как видите, я сделал это равномерно. И я успел все сделать. Всем пока, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. В дальнейшем поговорим уже о битве братства, если вы, конечно, в комментарии напишите, если хотите. Всем пока.